Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим невероятно нежный, легкий летний чизкейк без выпечки. Это прекрасное сочетание сливочного вкуса и клубничного. Делается чизкейк очень просто, буквально за считанные минуты, плюс время на остывание. Выглядит он потрясающе, а на вкус божественный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, у меня найдете много вкусных и простых рецептов. Для основы нам понадобится печенье, у меня топленое молоко, я его измельчаю до крошки в блендере. Если блендера нет, то можно просто размять скалкой. Крошку высыпаю в миску и добавляю растопленное сливочное масло. Перемешиваю ложкой, должна получиться мокрая крошка. Собирать чизкейк буду в разъемном кольце, диаметр я установила на 24 сантиметра. Бока выстилаю отрезками обычного файла, так как отстатной пленки у меня нет, и файл очень выручает. Смазываю растительным маслом и высыпаю всю крошку. Разравниваю ровным слоем и утрамбовываю стаканом. Убираю в холодильник на 1 час. Клубнику я очистила, помыла и разрезаю пополам, так как она у меня мелкая. Если крупная, то разрежьте на несколько частей. Приготовлю суфле. В миску я налила холодные жирные сливки 33%, и добавить нужно любой сливочный сыр или творожный сыр, плюс сахарная пудра, и все это взбиваем до такого густого состояния. Крем должен получиться густой, воздушный и очень стабильный. Желатин я заливаю сначала холодной водой, а затем, когда он набухнет, добавляю кипяток. И все перемешиваю до полного растворения. Можно также желатин просто растопить на водяной бане или в микроволновке, то есть любым удобным способом. Выливаю желатин в суфле и перемешиваю. Если хотите еще более воздушную консистенцию, то можно взбить еще погружным блендером. Но я этого не делала в этот раз. Добавляю сюда клубнику, перемешиваю, и все готово. Достаю основу из холодильника, выкладываю сверху суфле, разравниваю ровным слоем и убираю в холодильник на пару часов. Молочный шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке. Когда чизкейк полностью застыл, поливаю его шоколадом. Украшаю клубникой и листиками мяты или мелиссы. И так как чизкейк очень холодный, то шоколад буквально сразу на нем застывает. Ну, можно для пущей убедительности поставить еще где-то на полчасика в холодильник. Хотя необходимости в этом нет. Снимаю кольцо и убираю файл. Ну, как мне кажется, выглядит действительно потрясающе. Друзья, вкус у чизкейка действительно потрясающий. Я не побоюсь просто этого слова, потому что лучшего вкуса я не знаю. Для меня это изумительные десерты, которые легкие, в меру сладкие, воздушные. Летом это то, что нужно. Если видео было вам полезным, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Делитесь понравившимися с друзьями, буду очень благодарна. Желаю мира и добра!